Добрый день, уважаемые партнеры. Я сейчас хочу записать совсем коротенькое видео по тому, что у нас сейчас прошло. То есть сейчас начали первые регистрации проходить, и выяснилось, что некоторые партнеры не могут зайти к себе. Я попробовала зайти тоже с планшета, и у меня вышла та же ситуация, видимо, что и у наших партнеров первых. Я хочу объяснить, почему. Во-первых, вы видите, наверное, вот здесь у меня мой блокер сейчас выключен как раз на этом сайте. Почему? Потому что он блокирует рекламу. А так как наша соцсеть будет построена на рекламе, то воспринимается как рекламный сайт. И очень важно еще вот это вот окошечко. Здесь написано, что нужно согласиться с куки. Я сейчас, здесь у нас языки есть, сейчас включу на русский язык. И видно, что веб-сайт использует куки-файлы. Что это такое? Куки-файлы у нас для того нужны, чтобы вы смогли найти свою целевую аудиторию. То есть мы с вами здесь будем рекламировать свои сайты, мы будем рекламировать свой товар. Я сейчас говорю не о пирамидальных проектах, которые на данный момент не приветствуются в начальном этапе. У нас сейчас серьезная соцсеть, где можно будет выставлять свой реальный живой товар, где можно будет искать целевую аудиторию, где можно будет продвигать что-то. И для того, чтобы вы нашли то, что вы хотите, не надо вам будет искать где-то, я не знаю, на Чукотке или в Австралии, чтобы сайт мог подобрать для вас именно целевой товар, где недалеко от вас находится и так далее. Для этого куки. Если вы пишете «принимаю», вот кнопочка «принимаю», вы соглашаетесь с тем, что наш сайт считывает вашу информацию для того, чтобы в дальнейшем было проще работать. Когда вы даете согласие, можно дальше вводить свои данные. Итак, после чего мы входим на сайт. И далее следующая ситуация. Многие еще не могут сориентироваться. Мы дальше идем в нашу основную панельку. Вот она у нас находится. И заходим в центр управления. В центре управления мы заполняем данные, кто еще не заполнил. Далее, партнерская программа. Вы все хотите зарабатывать. И я, и вы, и все мы хотим зарабатывать. Сейчас золотых гор мы друг другу не будем обещать, не будем врать с самого начала. Вы прекрасно понимаете, что лучше с миру по нитке голому рубаха, чем забежать, вложить и ничего не вынуть. Итак, мы стремимся к постоянному, стабильному доходу. То есть он будет стабильный, он будет постоянный, он будет в реальных размерах. Так вот, для того, чтобы его получать, нам нужна наша партнерская ссылка. Мы ее находим вот здесь. Запоминаем. Нажимаем на три точечки, выходит панель, переходим в центр управления. В центре управления мы видим вот эту панель. Здесь наша основная вся информация. Обязательно, кто работает, пожалуйста, заполняет пароли, заполняют конфиденциальность, заполняют аутентификацию. В соцзакладках мы тоже заполняем ID не полностью всю ссылочку, а только ID, только ваши логины и партнерская программа. Что мы можем сделать? Мы можем скопировать ссылочку и дать своим рефералам. Мы можем сразу же переслать эту ссылочку на свои соцсети. То есть кликаем на соцсеть, и ваша реферальная ссылка будет у вас уже в соцсети, уже готовая, можете ее потом обработать. Кто работает с баннерами? Баннеры.ру, то есть
Берем баннеры и работаем с баннерами, кто выставляет баннеры. Кто не выставляет, ссылочка, соцсети и так далее. То есть это то, что вам нужно. И еще один маленький нюанс. У нас есть группы. У нас есть сейчас группа. Ее можно найти здесь. Кликаем на поиск. Смотрите, у нас уже начинают регистрироваться наши первые участники, которые у нас есть в нашем потоке. То есть вот уже наши первые ласточки. И вот здесь у нас группы. У нас уже две группы. Наша основная группа. Здесь есть информация. Вот два видео, первых два видео о работе, как мы работаем в кабинете. Посмотрите их, они малюсенькие, они по 10 минут, не более. То есть, но это поможет вам сейчас ориентироваться. Мы 2 числа запускаемся, мы начинаем рекламу. То есть до этого времени прошу вас, чтобы вы ориентировались в кабинете. Это очень важно. На этом я заканчиваю. До следующих видео.